официальный представитель МВД России Елена Алексеева. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Калининграда задержаны участники группы, подозреваемые в незаконной добыче, переработке и сбыте органического камня. Злоумышленники пытались реализовать 120 килограмм янтаря за валюту в сумме, эквивалентной 15 миллионам рублей. В ходе проведения проверочной закупки подозреваемые были задержаны. Из незаконного оборота изъят янтарь и изделия из него, переработанные кустарным способом. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.